Потому что мы будем снимать контент горизонтальный. Я тебе научу. Мы идем смотреть дом. Дом. 1972 года. Да. Который есть у нас участок, и там в стоит наличии. Этот дом. Сдаем. Сейчас пойдем смотреть. Уже идем. Так, сдаем дом. Я же ключник. Дом очень хороший. Фундамент очень... новый. Новый, новье. Новый дом. Покрашенный. Давно. Это, как ты говорил, это модно. Это кракелюр. Это специально. Старение. Старение, да. Это все делалось в прошлом году. Просто делали старение очень качественно. Состарили. Это очень дорого. Индивидуальный дизайн. Это очень дорого. Известный. Замок тоже специально сделано, чтобы... А, кстати, крыльцо-то в прошлом году мы сделали. Так, это, наверное, не тут ключ. Товарищи. Сейчас в мастерской возьмем ключ, то, что надо. Это же ключник. Так, у тебя замок, смотри, какой новый, навехонький. Ага, тут два ключа, извините. Так, это не подходит. А этот сколько подходит. У вас недвижимости, что у вас столько ключей? У вас столько недвижимости. И это еще не все. Как бы не растерять эти недвижимости. Пошли. Так, заходим. Здесь еще раз. Очень убрано. Еще раз. Чисто. Да, это рум-тур. Мы только покупаем дом, мы сразу рум-тур. Наводим порядок. Здесь тоже навели. Здесь аккуратно. 1972 год. 72 года здесь сделали порядок. Угу. Вот сделали, здесь жили очень... Такие аккуратные люди. То есть какая планировка? Веранда. Кстати, неплохой дом. Веранда. Да, здесь изначально офигенный было дом, очень такой, это. Слушай. Очень чистенько, все хорошо. Здесь это же... ты такой сделал уже? Нет. Веранда, заход, смотри, выход туда, выход сюда. Была классная да, веранда. Да, веранда на уличку. А там мы хоккей играли. Ух, там были баталии. Да, когда замерзала. Мама дорогая. Такой вид крутой. Нос же там разбили. Да? Переломали, да. У тебя переломанный нос, что ли? Шайбой. Юра, Канада. Там другим живем. Шайбу так бросил. Я такой, что там похолодело. В носике. Да. Ну вот, здесь, ну, там донесли столу стоял, Саня, вот еще. Так. И они с Сережей играли. Тут выходим, тут дверь. Неплохой у вас домик. Если его привести в порядок, можно жить. Жить проходим. Тут у нас печка. Да, печка. Заброшка. Вот так красный уголок. Это, конечно, надо все забрать и как-то перестирать, снова. Сохранить. Кто это будет делать? Не знаю. Кто будет? Это как кухня. Ужа Владимировна может захочет. Как кухня или что это? Ну да. О, моя любимая Зингер машинка, которую ты утащил от меня подальше. Да. Иконки. Часики, кстати, прикольные часики. Припечок. Нет, это не это пол. Это пил, да. Пил. Пил. Печка. Печка. Вот здесь. Ну да, тут грубо. Довольно большая печка, кстати. Так тут, кстати, по планировке мне так нравится здесь. Ну, очень хорошая планировка, согласись. Очень хорошая, знаешь, где это и отдельно... окошко, я представляю, дети так, здесь вообще... 60 лет назад, получается, где-то. Нет, 55, скажем. 50 лет назад. Вот дети сидели здесь на полу и смотрели туда, а там ага. По дороге, на ферму, с фермы, а тут же бригада была. Лэка ходит. Или тут как? Такая движуха вообще, в принципе, да я представляю, была. Сейчас он меня приблизит или нет? Вон ходит Лэка. Ага. Круто, круто. Здесь такая движуха была. Смотри, проходная, потом отдельная комната, вообще отдельная. Какого года? Календарь. Да, 2014. Так кто-то еще кто-то жил в 2014 году? Да, да, жил. Кто тут жил? Да, 15. Ну, он там вообще сын здесь жил. С семьей. С семьей? Семья большая была. Видишь, какие домашики валялись. Кровати. Маленькие, да. Так тут вообще уютно. Ну, да, здесь хорошая такая. Грубы. Паренька. Маленькая. Детям послала. Угу. Все лучшее детям было, правда? Чтобы все было. Лучшее детям. Ну классный этот
лебеди. Лебеди, лебеди. Ну, как-то надо будет заняться этим домом. Когда-нибудь. Все, любимая, я пошла к детенышу. Ты сказал сервант, оттуда Саня достал нас. Это еще комора. Для настольного тенниса. И мне подарил. И было там штук, наверное, 15. Круто. Слышишь, мне для истории запечатлили. Мне понравилось. Так что сдаем. За сколько сдаем? За сколько? Да. 100 гривен. 100 гривен. На год. На год. Новье. Если дорого, то сделаем 30% скидку. Я думаю, клиенты найдутся. Красивые. Березки. Тихо. Комфортненько. Березки шумят. Тут, пожалуйста, еще. Гараж. Гаражик. И можно припарковать скутер. Скутер. Все, обзор окончен. Не переключайтесь.